Ага. Привет, Витёк на экране, и сегодня колеса. Особенные колеса. Ну, в смысле, не то, что они забористые. Нет, они, конечно, забористые, но сегодня у меня гость. И это не дед. Это он. Дракон! Ха-ха, привет! В общем, сегодня он вместо цветка будет охранять мои лайки под видео. Так что, если вы не хотите быть сожженными вот этим вот офигенно адским горячим пламенем, ну, тогда лайки ставить уже нужно прямо сейчас. Вы поняли? Вы поняли? Вы поняли. Все, а мы отправляемся. Бро, все левелс. Пойду сразу бочарика пощупаю. Вдруг он что-то интересное сделал. Afternamed. Blood. Getting over it версия 0. Да ладно, 39 игр. Ты что, прям вот буквально за 5 минут до того, как я начал стрим его выложил или что? Давай посмотрим. О нет, это игра снова. Но ты даже забыл выбрать за кого... А, тут пофиг за кого. Нажми пробел, чтобы начать. Вверх-вниз. О! Да ладно. Ха-ха, жесть. Ух ты, ух ты. Давай, наверх. Опять весло, весло, я помню это весло адское. Что-то как-то он тухло это делает, если честно. У меня ноги торчат. У меня ноги. Воу-воу-воу-воу! Хорош, Михалыч, что происходит? Я ноги сквозь котел проторчал. Мне кажется, я не того персонажа выбрал. А, наверное, надо вот за такого играть. Проверяем. Опять пятки торчат. Да ладно, а за кого играть-то надо? Что? О, давай, да. Отлично. Опа, такая ляжка выскочила. Боже, за деда надо? За деда кричат. Погодишь, я ляжки рожаю, не мешай мне. Оу. Оу. Давай за деда. Во. 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 Отлично. Отлично, отлично. А Ctrl надо жать, чтобы хорошо приземляться? Да, дед вообще отлично идет. Супер. Тоже ноги так. Воу-воу-воу, что это такое? Алекс Смит 363 поддержал на 1000 рублей со Спасибо. Словами. Здравствуйте. Здравствуйте. Я тут сказать хотел. Так. Ну, в общем, жопа. Оригинально. Я знаю, в чем проблема этого и Getting Over It. Спасибо за донат. Спасибо за поддержку. Проблема выявлена, ребят. Здесь самый гемор в том, что просто невозможно управлять. Ну, в смысле, оно быстро кончается. Конечно, прикольно. За идею прикольно, но реализация пока неиграбельная. Сорян. Эта миссия невыполнима, да. Тут, только это, знаешь, не такая вот, которая из фильма, а которая такая на дудке, значит. Знаете, видели такой мемчик, да? А Егор, куча цифр с уровнем Спайк Кейв. Шипаст. Слушай, зачем ты выбрал Спайк Кейв, если у тебя есть более успешные уровни? Например, Very Hard Dead Battle. Так. Левел 1. А, погоди, Dead Battle. Значит, нужно за папку ехать. Все, вот он, я нашел. Поехали. Маленький мальчик. Ну. Воу-воу-воу-воу. Слушай, нифига себе, ты тут катан настругал. Тихо. Я понял, как это проходить. Страшно. О, у меня базука появилась, смотри, со спиной. На! Я прям сосочками по нему проскользил. Что такое Unlow, ребят? И Unlow плюс, это как? Это что это за слово такое? Или это по-русски? И плош. Как это прочитать правильно? Кто знает? Научите меня.
У меня даже переднее колесо уже не крутится, у меня только заднее работает. Я слишком много катан в себя вобрал. Давай. О, господи. Жесть какая. О боже, медиум, это всего лишь медиум. Тихо, тихо, ты что так орешь-то, а? Ты что разбудишь всех? Охренеть, это король мечей. А, ха-ха-ха, теперь я король мечей. Он передал мне свою корону. Жа, приколь получил, смотри. Вот, берем топор и рубим этого. Божечки, кошечки. Это вообще топ-комбо, смотри. Топор взял, зарубил этого. Опа, опа, опа. О, гад! Увернулся! Почти хард написано. Хард. Забери свои. Сай. О! Боже мой, а как туда нужно было проскочить-то, а? Не, ребят, что-то слишком сильно. Слишком тяжелый уровень. Но прикольный, мне понравилось. Фугер 2 Пил Брос с уровнем Bottle Flip Normal. Между прочим, Normal почему-то. Я в него разве не играл? Какой-то более-менее стандартный Bottle Flip. Тут можно коммунистом, правда, стать. Мне кажется, это нереально. Потому что оно круглое. Ну, биара. Жесть какая-то. Это, по-моему, самый не вообще ни о чемный Bottle Flip. О, сразу три, на. Сейчас, смотри-ка, он в сатаниста попал. В нубиару попал. Да, ребят, такие Bottle Flip'ы нам не надо. Пошли арт посмотрим. Если он делает такие Bottle Flip'ы, я боюсь, что в арте может быть все что угодно. Привет. Все понятно. Я чуть не сохранил комментарий к твоему видео, но не буду. Давай, тренируйся. У тебя почти получилось. Мистер Раф Экзес. Bottle Flip Middle. Для EVP. Это мой первый Bottle Flip. Ой, как мило. А, смотри, лежачие бутылки тоже засчитываются. Значит, играем по правилам. Всего здесь я вижу 20 бутылок. Вы как-нибудь давайте пишите, соответственно, сколько я бутылок поставлю, закину. В общем, сколько я бутылок не разобью, судя по всему. А я начинаю. О, я сразу две кинул. Давай. Куда нам в года надо? Оп, минус один уже. Бог дырочек. Что-то оно не двигается. А вот, все, нормально. Разбил! Боже мой, я три бутылки из четырех разбил. За что мне это? Я думаю, никто не угадал, да? Я уже пять штук разбил. Кто больше? Опа! Боженька, как зашел, а? Да я просто разминался, ребят. Я просто разминался. Сейчас мы все сделаем. Сейчас синие бутылки. Синие бутылки, они адски крутые. И давай туда. Эх, почти, MLG. И... Так, это просто УЦ решила спародировать. Так, минус 6 бутылок. Я уже 6 штук разбил, ребят. Я герой. Эррор. Немо лепеха. Хорош. Лепеха, ты тут тоже есть, смотри. Радуйся. Погнали дальше. Опа. Так, кто больше? Кто больше в боженьку положит? Эх, я решил на MLG, да, теперь сосредоточиться. О, прям вообще в нуба кинул напрямую. Минус. И туда. Хорош. Смотри, как штабелями укладываю. Лежачую, три стоячих. Сейчас опять лежачую надо кинуть туда. Давай. Ой, что-то у меня с локтями. Что с локтями? О! О! Что с рукой? Давай кинем ее. Ну вот так вот. Что я могу сказать, ребят? 4
7, 8, 9, 9, это не считается. 10, 11. 11 поставил, ребят. Всего лишь 11. Я ожидал большего результата. Рэгдайн с уровнем This Scream is Set. Привет всем. Сегодня в этом уровне крик грустный. Помоги ему, пожалуйста. Крик — это кто? Какой-то герой? Идет загрузочка. Рэгдайн Продакшн представляет. Привет, Витек Плей или не Витек Плей. Этот уровень не хоррор. Извини за скрим, Витек The Horror. Сегодня этот уровень окей. Ты догадываешься, о чем этот уровень? Клон Дрон in the Danger Zone, либо Клон Дрон in the Danger Zone? Охренеть! Да ладно! Да ладно! Опции. Нету опций. Ну, видимо, либо Story, либо Endless, да? Endless? Скоро. А выход? А, выход работает, смотри. Не, ну погоди, уже 5 баллов заработал, здесь 100% 5 баллов. Сейчас мы попробуем теперь нажать Story Mode. Вы же знаете, как будет этот выпуск называться? Сейчас вам дракон подскажет. Это вообще на Годзиллу похоже, если честно. Story Mode. Нажми пробел, чтобы начать, лево или право, чтобы идти. Не нажимай Z, это понятно. Марк первый. О боже, как... А, я иду. Ха-ха-ха, я иду. Я чуть не сдох, я божественно хожу. Ха-ха-ха, Марк 2, роботы пошли, пацаны. Мочи. Надо было еще музыку, да, вот это. Тут-тут-тут. О, а я Марк 3 робот, ребят, оказывается. Ой, у меня человеческая нога. Ха, что оно делает во мне? Ха-ха, страшно. Босс-лучник. Не попал. Попал. Нет. Все, я зарубил босс-лучника. Финиш. Спасибо за игру. И что там внизу будет? Ставь пятюню. Опа, 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 я читера нашел. А, ну да, ну в клонах-дронах же там же реально люди вселяются в роботов. Вот, это тот самый человек, который вселился в робота. Великолепно. Даешь еще, мне понравилось. Гарпун Доджер с уровнем PC-симулятор. Это бета, так что оцениваете нормально. Абсос версия 1.0. Включите компьютер. Майнкрафт. Майнкрафт прям за мной. Redmi. Привет, пользователь. Наша компания Абсос. И мы реально... так, так, так. В общем, спасибо, что купили наш компьютер. Майнкрафт. Версия не совпадает. Интернет Эксплорер. Бета или Вин. Блин, это вообще ничего не сделал. У меня интернет завис, я теперь не могу выйти из игры. Я выключу. Нет, я не могу ничего сделать теперь. Да ладно. А, о, я выиграл. Жесть какая. Нет, ну это слишком бета, извини. Это слишком бета. Bottle Flip VP. Этот уровень посвящается Витёк Плей. Популярному игроку. И в Ютубе. Идите, подпишитесь, говорит, на него. Так. Сейчас я призывателя подписки сделаю. Идите, подпишитесь на него, поняли? Поняли? Поняли, поняли. Поняли, подпишитесь на него срочно. Фух. Автоподача Багуетта. А, багуется. Багуетта.
Боже мой, Багуэта. Как вас зовут? Я мисс Багуэта. Какая жесть, блин, Багуэта. Давай, погнали. Так, но здесь, кстати, нужно стоять. Здесь нужно стоймя ставить. Лежа не принимают. Багуэта. Где УЦ? УЦ бутылки бьет. Багуэта моя. Так, красненькие пошли. Про! Нет, не про. Ты куда? Я даже глаза закрывать не буду, все равно мимо стреляю. Как до последнего дотянуться? О! Хватит. О, Бэт! Я теперь Бэт-бой. О, буковка Т на буковке Бэт. Что я сказал? Сейчас бутылка всех уронит. Давай, роняй их. Роняй, бутылка. Да! Да, движуха пошла. Кто кого куда. Окей? Это было окай? Нет, это не окай. MLG! Ага! Что это было? Да что? MLG! F-уши! F-уши! Я MLG выбил. Багуэтту сделал опять. Дважды Багуэтта. Как так громко ты сделал? Бодиссимо. Воу! А вот тебе багет, говорит. Может... Да ладно, ты мне MLG сломала, падла! Да за что ты так со мной? Бутылка. Лучше бы ты Багуэтту сделала. А, я понял. Я понял, для чего это было сделано. Это, ребят, подмена. Ну, всяко бывает. Давай багет кинем. Золотой багет. Оу. Куда он? Опа. Да как это? Погоди. Я еще не доделал. Так, срочно выкидываем. А где здесь победа-то была? Я на ту сторону перекинул, но все разбил. Так, батон. Синие бутылки еще. Зеленые бутылки. Опять я выиграл, как я это делаю? В дырочку попадаю. Все понял. Ну, давайте тогда посмотрим, что здесь за все отсылки про ВП. Бабы из Юс, Михлы из 2, MLG Happy Wheels. Ну, в MLG я попадал. Прикольный уровень, немножко непонятный, сумбурный, но почему бы и нет. Мне понравилось. Ну давай, тут еще один Bottle Flip завалялся. От фаната Леона. Просто расслабься и наслаждайся. Ну, цветовая палитра такая нерасслабительная, я тебе скажу. Немножко напрягутельная. Ну поехали. Надо выкинуть вообще за экран эту бутылку, мне кажется. Давайте попробуем это сделать. А нет, я в ВП засунул. Может, там потолок какой-то? Про, давай, мочи, еще больше мочи, литр мочи, 2 литра мочи. Я все в ВП насовал, а?
как она сбила в полете ее, вы это видели? И она в окей заскочила из-за этого. Ну, ВП я выбил. Все, все нормально. Мне кажется, пора идти в лучшее за неделю. Поэтому давай 5 баллов ставим, пошли в лучшее. Это мы сокращаем лучшее за неделю, только мы идем по рейтингу. This week по рейтингу. Hold the space bar. Да ладно, я в этот уровень еще на прошлой неделе... А, я же не на прошлой неделе играл, да? Или на прошлой неделе? Я в четверг снимал. Я снимал в четверг, а не в среду в прошлый раз, потому что так получилось. Hold the space bar я играл в прошлый раз. Прикольный уровень. Смотри, он на первом месте. Он на первом месте по рейтингу. Бачар, это признание. Тебя сам PewDiePie снимал твой уровень. Говорил, что ты великолепный уровень сделал. Я видел. Мне показывали. Ты крутой, Бачарик. Я тебя готов расцеловать просто. Но не буду этого делать, потому что ты мальчик. Don't dismember Steve. Не расчленивайте Стива. Ну вообще экстравагантно, но я ожидал другого. Роб Свинг Грин. В последнее время Роб Свинги много набирает каждый раз. Ого, божественно прыгнул. Ой, какая-то змея меня поглотила просто. Хоп. Нельзя было хватать, черт. Давай попробуем до без рук теперь дойти. Без рук, ну кончил. Давай попробуем сделать. Крылатая фраза. Она сюда подойдет. Без рук, ну кончил. Призвол Майн Адвенчур Ре. Это типа, как мы помните, играли, тоже прикольная какая-то шахта была. Черт, лицом торгую. А, куда на шипы-то? Давай. Мне понравилось уже. Можно сесть нормально. Нормально. Живой. Это лава. Я без рук, опять без рук. Без ноги. Я без рук. Без рук и без одной ноги. Так. Едем дальше, давай. Без рук и без ног, без ноги на конч. Живи, Индиана. This is Sparta. Тихо. Мем смешной, ситуация страшная. Действительно, Спарта. Гарпун ран. Ай медиум. Или один медиум. Но обычно вот за этого, да? Let's go. Действительно, медиум. Я бы даже сказал изи. Госпиталь Escape. Побег из госпиталя. О, жесть. На кислородном баллоне, ребят, бежим. На взлёт. Ха-ха-ха-ха! Куда ты без меня? Опять я без рук. Ха. Можно вот так ехать? О, так, наверное, интереснее будет. Медсестра, почему у вас только половина? Опять я без рук. Че руки-то отваливаются? Что за фигня? Это приемы гинеколога сейчас вы наблюдаете. Гинеколога просто голову сорвало от того, что она увидела. Надо, наверное, сильно не топить. Топим слабенько, ребят. Да что ж такое, у меня руки отваливаются.
F-руки. Руки-базуки. Не для скуки. О боже мой, здесь вентилятор какой-то еще сидит, меня поджидает. Давай, топи! Давай попробуем просто улететь отсюда. Но! Куда мне надо, а? А, можно просто ехать. Кнопка вверх. Ну, как-то это медленно едется. Давай полетели. Хотя, наверное, здесь просто надо ехать было, да? Ай-ай-ай-ай. Ай-ай-ай. Во. Ты-т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 ы. Медленно, но верно. Медленно коляска уезжает вдаль. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Нам сюда? Нет, нам не сюда. Задний ход. Нет, не получается задний ход сделать. Нас угнетают. Что вы делаете в моей кровати? Лечу. О, я приехал куда надо. Ого, я спрятался, как страус просто в кровати. Санта, Санта, Лючия, Санта. Санта, Лючия, Санта. Спасибо, Санта. Жесть. Какой ты угарный уровень, адский. Санта, Лючия, блин, как случилось у меня. О, испугай людей тест. О! Что за фигня? Нормально. Рейд 5. Вон, смотри, у меня глаз торчит снизу. Что происходит? Спасите, я сам не понимаю, что-то последние несколько минут наполнены какой-то адской дичью. Rooftop Battle Part 1. На! А! На! Куда ты? Победа. Там мины. О, боже мой. Мне кажется, пора заканчивать, ребят. Тут, конечно, можно наверняка еще во что-то поиграть. Но я делаю это без рук. Ладно, с руками. Спасибо, что живой. Куда меч воткнул? Не знаю. Не буду говорить это слово. Забанят. Спасибо за внимание. С вами был Витек. Также с вами был тот самый упоротый дракон, который вымогает у всех лайки. Спасибо за внимание. И в описании ссылочка на плейлист колес, ссылочка на группу ВКонтакте, ссылочка на все игры, в которые я играл. Ну, в общем, там много приятных, полезных ссылок. Всем пока.